Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко на этой неделе провел прямую телефонную линию с жителями региона. 37 обращений за 2 часа. Работать приходилось в режиме нон-стоп. Кроме гомельчан, активно звонили жители Хойник и Добруша. Причем люди не только озвучивали проблемы, но и выражали благодарность за меры, которые были приняты по итогам предыдущих линий. Так жители Гомельской Костюковки отметили изменения в качестве дорожного покрытия и питьевой водопроводной воды. Из Лоевского района поблагодарили за поддержку в развитии агротуризма. Когда видишь отдачу, видишь благодарность людей за те работы, за те мероприятия, которые проводит исполнительная власть, да, для решения тех или иных проблем граждан, хочется делать еще больше. Конечно, мы привыкли, что больше жалуются, больше просят, но когда есть звонки благодарности, это вдвойне приятно. Что касается озвученных проблем, то их можно назвать традиционными. Ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и наведение порядка на водоемах. Несколько граждан пожаловались на своих родных и соседей, ведущих асоциальный образ жизни. Обращения в различные инстанции положительного эффекта не дали. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко обещает, в ближайшие дни на место выйдут комиссии, которые изучат ситуацию и примут необходимые решения. Практически мы из 37 вопросов 30 решим буквально сразу. Они объективны, они имеют место, они не проблемные, но решаемы абсолютно, без больших капитальных вложений. Здесь просто нужен хозяйский подход.